Значит, загрузил я сохранение внутри жука. Короче, игра сломалась, походу. Жесть. Надо было не удалять предыдущее сохранение. Ага. Кто же знал? И, в общем, один карнотавр, не знаю как, но нашел брешь в обороне. Грубо говоря, он выбрался из загона. Я не знаю, как он это сделал, но мне это нравится. И сейчас мы будем нападать на людишек. И что, я никого не убил? Да, я никого не могу убить. Потому что они слишком маленькие, он не может наклониться. Ну, убей хоть кого-нибудь. Он не может. Но это все равно забавно. Да, жаль, что ты никого сожрать не можешь. Блин, прикольный. Тинь-тянь-тинь такой. Реально страус. Ого. Фига себе. Очень резкие звуки. Это жесть, по-моему. Серьезно, сигнализация. Фига себе он. Он запугивает. Блин, это, конечно, прикольно, но это ужасно, страшно. Что это кошмар, такая озвучка, вы что, серьезно? Чересчур. Да тираннозавр тут вообще со страху обоссытся просто, когда услышит Галимимуса. Кто такой Крохотулька? И он тоже не прыгает? Почему? Почему никто в этой игре не прыгает? Велоцираптор-то должен был прыгать. Ну, кстати, он таким мелким останется, по-моему. Ну, чуть больше, естественно, станет, чуть выше травы. Ух ты, жесть. Блин, тираннозавр отдыхает, я отвечаю вам. Это жесть. Ого, это кто это сбежал-то у нас тут? Нормально, это у нас Галимимус сбежал. Так, ладно, сейчас я время суток поменяю. Что-то все норовят... О, еще один сбежал. Все норовят из своих загонов свалить. Я думаю, чё они орут? Типа, они же далеко, почему я их слышу? Казалось, вот почему. Было бы круто, если бы ещё какой-нибудь зауропод сбежал бы. О, людишки побежали. Ну, здоровый так-то, да? Фига, он жесткий. Жесть. Прям фильм ужасов какой-то. Кошмар. Так, где... Чтобы ваши динозавры продолжали двигаться, пожалуйста, заплатите там $10, да? Походу так и есть. Жесть. Чуть-чуть покрупнее. И все. О, кто сбежал? О! Пахицефалозавр сбежал. Клево. Пойдемте людишек попугаем. А вот и карнотавр у нас тут.
застрявший тогда. Отлично, мы его прикончили. Блин, он тоже огромный по сравнению с этими людишками. Клэр, походу, сломалась. Да, ее колбасит. Прекрасно просто. Просто прекрасно, да. Там дискач вообще у нее жесткий. Ой! Блин, дороги, короче, строй дороги и загоны для динозавров. Блин, готово. Отвоз водится исключительно в сухих африканских саваннах. Ох ты, ёшкин кот. Нормально. Что происходит? С Новым годом, ребята. Эти птицы предпочитают открытые равнины с малым количеством. Странно, он щиплет травку по мордой полностью в земле. Че за фигня? Ну, чисто реально в землю воткнув текстуры. Братан, ну не ломай игру. Ну ладно. Это клево. Класс. Блин, это четко вообще. Нет? Ты серьезно? Он такой утю-тю-тю-тю такой мне делал. Утю-тю-тю-тю такой лапами. Ха-ха, прикольно. Фига ты дерзкий. Гидра такая. Офигеть. Это забавно. Сейчас они резко расслоятся. Это будет вообще просто жесть. О, черт! У них фиолетовый рот. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? О, Змей Горыныч. Ну, мне понравилось, что Брахиозавр... А вот это что? Доктор Асан. Что это? Твою мать, что происходит? У него тупо нет внутренностей. Серьезно, это жесть. Не делайте такие моды, пожалуйста, я вас умоляю. Это ужасно. Что здесь творится? Что это за пики небесные? Вообще не понимаю. Вы расслоитесь уже, я не знаю, ребята, сколько можно. Капец, мне страшно, я не хочу никого создавать. Вон он. Что ты делаешь? Быстрей! Как тебе? Такое, Илон Маск? Твою мать! Нет! Он меня убил. Он меня вот сожрал. Класс. Так. Короче, я чисто только ради Рекса иду. Быстрей!
Ублюдок. Так, стоп! Их же тут нету! Я наврал. На этой карте есть хищники. Да. Обрадовал-то вас.